2 сентября 2012 года, время 6:24 утра, погода на улице полный пиздец, дождь, холодно, ветер еще. Вот, значит, едем на базу, потом на заправку, потом едем в Бобровский, загружаем экскаватор, везем его в Растущий, там же, где снегири тогда бульдозер возил. Вот. И все, и на базу. Насчет глушителя не знаю, что получится, нет. Потому что погода. Не хочется в такую погоду для чего-то там делать, разбирать. Вот погода какая, блядь. Вот уже на базе. Это вот тут опять у меня. На. Глядь, это белое. Опять прыгать будешь? Заводим. Поехали с базы. Время без 15:07. Заезжаем на Лукойл. Время 8:10. На 3 косаря надо заправиться. Ходи, блядь, пересмел какая-нибудь нахуй опять. Владимир и Андрей Винницкие. Юридические консультации на Эйхе по вторникам после 2 часов дня. Не пропустите. Дежурный по сайту. Всем привет, с вами Леш. И мы о том, что ждет нас на нашем сайте. Обратите его внимание. Все события последних дней. Слышу по радио. Правительство Москвы объявило конкурс на лучший спектакль про культуру. Лучше Батису или Жгу? Нет. Конкурс на лучшего стукача. Пишет в своем блоге Иосиф Рахиль Гаус. Оказывается, город, а может быть просто конкретные чиновники, теряют большое количество денег от неуплаты налогов на неофициальную службу. Пишут, что евро 5, одну копейку подарили. Заехали в Насулино. Время без 10:08. Надо к 9 часам в Бобровский попадать. Карьер. В украинском языке обороты «татикаву» и «злоби тягав» означают как раз пройти, проехать большее расстояние. Погода пиздец. В русском языке любого города такие обороты тоже есть.
дать коваля, дать крюка, дать крюку, дать крюка, дать околицу, дать круги дня. В общем, не было как единицы измерения. Он сейчас ею не является. Нет прям по дороге, придется проехать лишнее расстояние. Правильно. Я Марина Королева, еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в российской газете. До скорого. В Екатеринбурге на 91.4 FM настало время почитать свежие газеты. Сегодня это делает Валентин Табачков. Валя, доброе утро. Доброе утро. И начну с громкой темы в «Коммерсанте Урала». На сегодня главный бухгалтер уральского информагентства «Урару» Наталья Полужина с «Сияни» разбили палаточный лагерь. Нас будут уходить в коттеджные поселки. Нет требований. Лево. Всего этого вашего действия можете найти сегодня в «Коммерсанте» газете и «Уральском». Глушитель, сука, шумит, блядь, пиздец. Слых уже от него, блядь. Налево уходим на Бобры. Многоэтажный поселок Бобры. Года не досчиталось 3,5 миллиона человек. Из них миллион. Ну и что встал, блядь? Компания 2,5 миллиона. Давай, дуй. Не смогли застать дома. Подписанию законопроекта об обязательном участии в переписи будет предшествовать широкое общественное обсуждение. Рассказали, в Росстате будут готовить и население, и чиновников. Делать перепись обязательно, сейчас это всего лишь общественная обязанность. Росстат пытался еще в середине 2000-х, но... Не надо было по телефону разговаривать, а смотреть, кто едет. Сейчас туда уезжайте, туда. Или назад. Следующая перепись состоится в 2020. Проекта просто почитать газеты и не мастер. Город бесплатное медицинское чудо. Об этом пишет сегодня независимая газета. Всего через 2 года российское государство будет оказывать бесплатно весь объем медицинских услуг, включая все необходимые лекарства и медицинские изделия. Тема этого выпуска. Центризбирком Грузии назвал первые официальные итоги парламентских выборов. Среди повороты президентской российские дипломаты сегодня встретятся с сотрудниками финской соцслужбы, чтобы обсудить ситуацию вокруг дела Анастасии Запорожной. Слушайте. Лес рядом с дорогой, блядь. Интрига на парламентских выборах в Грузии сохраняется. Оппозиционная коалиция Бетина Иванишвили побеждает по партийным спискам, однако правящая партия пока лидирует по одномандатному кругу, сообщает Центр избиркоме. Накануне президент Грузии Михаил Саакашвили согласился разделить победу с оппозицией. Вот о справедливости сказать. Где этот карьер искать, хуй я знаю. Время 8 часов ровно. Тоже поворот херовый, блядь. Который вызвал столкновение в разных странах мира, был признан экстремистским и запрещен в России. Такое решение вызвало. С левой полосы, блядь. Некоторые протестовавшие в здании... Куньфуй вылезет, блядь. Согласны, если у них была муниципальная выборная Елена Ткач. Интернет и доступность информации – это одно из самых больших завоеваний в европейской цивилизации. Это что не было тем, что Анастасия Запорожная.
Заседание может быть отложено по причинам процессуального характера. Молодых людей в Венецке будет на нее насыщен. На них крест. Это деревня Поварня. Буржуи коттеджи строят. Следующая деревня Бобровская. Вот я в Бобровском. Время 10 минут 9. Вы знаете, тут, что тут, блядь, два экскаватора стоят, это маленькие какие-то. Номер один. Кто знает, где, блядь, Хендай, Хендай. Во время предыдущих встреч руководства УФСИН с представителями органов российской областной власти было заведено, что при выделении земельного... Блядь, хуй знает, где это карьер, блядь. ...предено, что возможно, но это потребует вложений 5 миллиардов рублей. Воздух в течение дня всего-навсего. Блядь, где-то тут, сука. Через речку и сеть переезжаем и направо сразу, блядь. Ориентир какая-то машина, блядь, масса, кабина отдельно рядом. Мы уже здесь проезжали, блядь. Наебал охранник, сука, с карьером. Вот мне газель, наверное, тут поворачивается. Где там, блядь, на дорогах? Карьер хуй знает. Растут 8 баллов по 10 бальной шкале. Вот, так, да, вот масса стоит, блядь. Здесь направо. От Мишакова до Бориса ездит. 8 марта. Не знаю, как тут ехать, пиздец. И проехать по улице Большакова от Московской до Бениева. Ну что, вот сейчас, блядь, встанет и будешь стоять. От Репина до Максима Горького и на Сакаева Цети. От Антона Банка до улицы Народной. Также пробка на Пебеля, на Халтурина, Двухреевка, Чинца до Краула. И проехать по улице Репина и по проспекту Ленина от Тульского переулка до улицы 8 марта стоят машины на Амурфана, еще что от объездной до Машинной, пробка на Белинского, от объездной до Куйбышева. Базовый переулок стоит от Луганской до Тусовольской, улица Московская и Челюскинская. От Большакова до Бориса Ельцина. Это далеко не полный перечень пробок, но вы можете его дополнить с помощью ваших мобильных телефонов. Присылайте нам сообщение на номер +7 903 7676 91 4. Вот там пишет не подписавшийся абонент, стою в пробке перед институтом связи. Возможности этого участка объезжайте по профессии 903 7676 91 4. Ждем от вас нового сообщения о дороге. Пиздец, блядь. И чё это надо? Ты похоже, что здесь самосвал ездят, блядь. Ну тут дорога провалилась. Шлагбаум, блядь. Ну, задом надо было Квартиры посуточно. Лучшая альтернатива гостиницам. Пылесос. На эти новости оппозиционный блок бензиновый не шли. Резко увеличили. Дорога, ебаный в рот, блядь. Тут вот мы стоим. Шлагбаум. 1,5 метра. И как там, блядь, хуй знает, забуримся, ебаный в рот.
пиздец, блядь. Ебаный в рот, блядь. Что такие-то терзают меня смутные сомнения, блядь. Ладно, подождем экскаваторщика. Пораспросим. Блять, поссать где-то надо. Вот амортизатор. Видно, что сухой, блядь. Новый-то. Так. Этот у нас что? Тоже сухой. Там внизу, блядь. Тоже рабочий. Этот. Вот этот не рабочий. Надо менять. Это тоже не рабочий. Средний мост не рабочий. Я, блядь, понятия не имею, где это. О, блядь, залез, а? Да. Пиздец. Хуй нахуй тут. Самосвалы не заходят, нихуя, блядь. Он ночевал тут, похоже, блядь. Не то, что трал нахуй не заедет. Я тут, блядь, ездил, вытаскивал один раз, блядь. А. Вот здесь он, блядь. И как тебя трал сюда завозил, блядь? Нормально. По сухую, наверное, да? Да нет, один раз. Вот приезжали когда-то на Вольво, притаскивали, блядь. А. Уже вот такая же грязища была, по весне, в апреле. Все пиздец. А не, у меня вот тут уже вот в яму он спустится. Тем более груженный трал еще прогибается. Ну, приедем туда-сюда, что но... не переживай. Я не переживаю. Не проблема. А, там шлагбаум открыт. Потому что если я туда на асфальт выеду, не, на асфальт меня грохнут сразу. Да. Естественно. Там-то я спущусь. Такая война у нас была, блин. Я тебе говорю, что вот мужик где стоял, там сад есть дорога. Чтоб тебе развернуться. Не, там нигде, только на дороге на самой разворачивается, все. Блядь, вот видишь, даже этот садится наш, не то что трал, блядь. Моя-то высокая, сука. Но. Я тут нехуй делать. Начинаем выполнять маневры, блядь. Разворачиваться на перекрестке, блядь, с движением. И видимости никакой нету, блядь. Еще какая-нибудь баба залезет нахуй, и все, блядь, и встали, блядь. Перекресток маленький, да.
Вот сейчас определить, едут машины или нет, блядь. Явно провалиться можно, блядь. Хуй кто пустит, нахуй. Подождешь. Пошел нахуй, блядь! Идиот ебучий, сука! Ебаное население, блядь. Газели, молодец, пускает, блядь. Ну давайте, давайте, быстрее проезжайте, блядь. Есть нормальные люди, блядь. А есть ублюдки, которые, сука, пищит, но лезет, блядь. Все, погнали задом опять. Это что они там, блядь, греются, что ли, в воде стоят, нахуй? А, блядь, еще один сейчас, сука, его пускать надо, блядь. Давай, 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 поехал, 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 поехал. Вот тут местное стадо с юным предводителем. На всю деревню такое стадо. Заезжаем. Не-не-не, съедь нахуй.
Я говорю. Давай, давай, давай. Оп, оп. Пусти ее. Еще пусти. Еще, еще. Хорош? Все, дома, разворачивайся. Пока сюда, опусти сюда пока. Пока в сторонку отодвинь. Опусти. Опусти. Просто опусти. Все. Когда завяжемся, потом уберешь. Блять, столько лет работает на такой не раз. Приезжай, приезжай. У нас трейл был, знаешь, по чёрке, блядь. Он подъезжал и опускался нахуй. Просто на пол съел. С любого места, хоть откуда, прыг на него. Он поднялся и поехал. Но зато, блядь, ему туда вообще не было вести. Если... А заезд спереди у него был? А? Заезд спереди был? Хоть откуда? Он нет, просто так... его на пол бросал. А ты сбоку заезжал? Я сбоку на троятом, на трассовом еще работал. Но. Там хули сзади бесполезно было. Вот так вот заезжает, блядь. О, блядь, парни, это охуеть надо, блядь. Нет, молоко за вредность не дает, блядь. Я с 79-го года, блядь, за этими хуйнями, так что, блядь. Похуй какой, блядь. А бы было место, а заехать мы бы куда заехать. Так вообще... заезжают эти, блядь, танкетки. У него гусянка-то вот такая, блядь. Вот так заезжают, вот нахуй. Охуеть. Заезжают, блядь. Есть право вообще. Ну все, увязываемся. Ну все, время, значит, 10:45. Выезжаем с Бобровского. Там все увязали. Вот здесь разворачивались на этом перекрестке. Где этот хуй на приоре сигналил, блядь. Твою мать, блядь. Самосвалы из леса выходят оттуда по объездной дороге. У
куда нахуй лезешь, ебаный урод? Пиздец, блядь. Вот речка Бобровка. Мост новый. Заехали в Косулино. Да этот поворот где? Баба-то стояла по телефону сделала. Вторая услуга выдача работодателя за ключи в использовании данных грамма. Сейчас в запуске готовятся еще 4 услуги. Они касаются лицензированных предприятий в сфере образования, медицины и фармацевтики. И пока это все, запись программы можно послушать на нашем сайте www.ekb.ru. Тут нам налево. Куда-нибудь за растущие, блядь. Или вон стройка там есть какая-то. Что, здесь, наверное, где-то выгружаться, блядь. Присоединить часть голосов избирателей, однако сделать это не удалось. После обработки 15% бюллетеней на выборах лидера оппозиционной группы «Зеленчата» было 52,50% и 81% лидера движения Михаила Саакашвили 42%. Что итоги выборов на двух участках в городе Хашуре будут аннулированы. Сообщалось, что на эти участки во время подсчета голосов вошли подразделения спецназа. Оппозиционные телеканалы уточнили, что произошла стычка, и полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, а также применил дискотчик украинского МВД УЗИ. Эту информацию опровергают. Другим новостям. Премьер Медведев в ближайшее время начнет встречи с гражданами общественных приемов, перешедших к нему от Владимира Путина. Вместе с постом председателя партии «Единая Россия», пишет сегодняшний «Коммерсант». Как рассказал издание источник партии, Медведев испытывает интерес к ресурсу общественных приемов и согласился их использовать. Когда состоится первая встреча с гражданами в таком формате, не уточняется. Последним данным 36 человек погибли в результате коронавируса. Где-то тут, блядь, скинуться надо. Здесь, блядь, колеса могу порезать, нахуй. Федя. Не знает, блять, или сюда заехать жопой. Запятиться, но камни острые, блять. Здесь, блядь, сейчас встанем, тут все перекроется, нахуй. Не выйдут нихуя. А здесь жопа вот до сюда доеду. Тягач будет здесь, морда там, блядь. Ну так чисто вот так вот поставить, чтобы проезд направо. Все. Тут, видишь, тут поровнее. Все, хули сейчас. Тогда жопа сейчас сюда запячусь. Туда и оттуда развернусь. Ну.
Ты сюда сразу держись. Не, давай, давай. Она слетит. Сейчас будешь заезжать, приподнимешься, жопа слетит. Так, ну сейчас. Довонись. Приподнимись слегка. И попробуй. Потихоньку. Стоп. Хуй знает, нахуй, слетит, не слетит, блядь. Видишь, тебе так-то сейчас туда повернуться надо. Но если ты сейчас будешь поворачиваться, у тебя жопа сюда слетит. Ты попробуй сейчас ковш сюда, эту откинь туда, приподнимись и повернись, и потом жопу повернешь. Передок повернись. Да сначала передок, а потом жопу оттолкнешь. О, внедорожник, блядь. Нормально, все, пускай. И сейчас жопу. Приподнимись еще, приподнимись. Оп. Чуть. Все. Да все, все нормально. Все. Теперь не будешь говорить, я еще такого не заезжал. Выгрузились. Выезжаем. Экскаватор пошел. Сейчас сапоги переоденем. Ботиночки. И на базу, блядь. Кто так, блядь, насрал, сука, на капот, ёбаный урод? Пиздец, блядь. Хуеть можно, блядь. Что тут случилось, блядь? Авария? Целая ответственность застройщика. Урал пошел, блядь. Вмятин-то нету нихуя, чуть задел, видать. И
пробку собрали, пиздец. Кади, первый свороток на Нижний Тагил. Серовского тракта. Вот дождик целый день идет. Спальник сухой. Так что замазал, видать, все дырки. Подъезжаем к базе, блядь. Сейчас опять будем выкрутать случиться. У вас очень хорошее слово. Профилактика. Залог качественного эфира. Оно обязательно нужно. Почему? Нет, не повезло. Блять, вот все, сейчас нахуй встал. В целом послушать, значит, очень интересных людей. И будет стоять, блядь. А вообще в целом не просто лекция, это именно мастер-класс. Это мастер-класс. Естественно. Да. Андрей Лошак, в том числе. Действительно, замечательные профессионалы. Очень-очень интересно, на самом деле. Ну, местами более интересно, местами менее интересно. Есть вещи, посвященные и острым вопросам, там, например, касающихся взаимоотношений с индустрией. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, мне кажется, это очень...
часа дня на их Москву в Екатеринбурге у нас в прямом эфире будет президент Академии России. Он некоторое время назад был Познером, это прекрасно знает, так что. Или баба за рулем, блядь. И Михаил Чулков будет задать ему лично завтра до 3 часов. Так что имейте это в виду. Ну и все, на этом мы телевизионную историю заранее за сегодня, по крайней мере, в ближайшие минуты. И начинаем с вами разворачиваться. Начинаем обсуждение. Отлично, Антон, потому что у каждого нашего слушателя, я надеюсь, есть что сказать по этому поводу. Смотрите, штраф за выброшенный из автомобиля на город. Все тралы уехали. Через некоторое время вполне возможно у нас за все это начнут штрафовать. Пока никаких санкций подобные вещи не предусмотрены. Соответствующие поправки в административный кодекс уже поступили в государственную власть. Россия смогут сообщать как рядовые граждане, так и юридические лица. И вот как это должно работать, каков механизм. Для этого нам с вами, физическому или юридическому лицу, нужно будет предоставить фото, аудио или видео доказательства нарушения. Вот еще до аудио доказательства, когда Антон, я сразу скажу, не совсем понимаю. Например, он забежал просто падающий банк, да, и сообщил номер автомобиля, который проносился в это время мимо. Ну ладно, а также данные о своей личности. Эта информация подтвердится, нарушит и заплатит штраф. Дальше, кстати, тоже есть важный момент. Если же не подтвердится, то лицо в отношении... Только в такую погоду сейчас нарушительно делать, блядь. ...и компенсации морального вреда. Ну, для того, чтобы не пытались каким-то образом... Совершенно верно, да? Не пытаться подходить, совершенно ни при чем. Сейчас наказание за выброс мусора из окна автомобиля существует. Пройдено 148 километров сегодня. Такое нарушение обойдется в 2000 рублей во Владимирской. Средний расход 52.04, 77 литров съедено. У нас в области такого штрафа, насколько я знаю, нет. Также штрафы за выброс мусора из автомобилей существуют больше четверти. В Испании за окурок штрафуют на 90 евро. Все, поедем домой. За мусор на 200 евро. В некоторых штатах США штраф за выброс мусора присутствует. Закрываемся. Ну, хоть трал немножко помылся чуть-чуть, блядь. Вообще был нахуй грязный. О, блядь, и ты опять здесь. Что мокрый в себе, мокрый весь, блядь. Что тебе надо, наверное, приносить кушать давай, да? А? Кушать? Голос, дай голос. 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 Нихера голос не понимаю. А кушать понимаем? Кушать. Или на. Боится камеры. Блять, сука, квашня какая. Ебаный урод. Пошли. Пошли. Во, блять, финт открутился. Винт открутился, блядь. Короче, затянул нормально. Трясло. Погодка, сука. Так, что у нас тут? Амортизатор. Сухой, блядь. Хорошо работает. Тут немножко, блядь, помылось чуть-чуть. Колеса целые, да? Или как там вас? Ассаламу алейкум, урахматуляхи, вабаракото. Да, да. Очистим. Чего ходишь? А? Ладно. 5 прыгать будешь, блядь.
Машину я тебя не пущу. Грязный. Хлеб ты, наверное, не жрешь нифига, да? И что, давай на колесо еще посыплю. Ладно. Ну все, время, значит, час дня. Работу закончил. Заходим домой. Тиша. Тиша. Леша. Третьего не вижу. Оп, шел. Лап шоу. Иди домой, давай. Иди, пшли. Пшли. Ну все, я дома.